Всем привет, с вами Камила, как вы видите. И сегодня я вам покажу, что лежит в моей школьной сумке. В моей школьной сумке лежит вот такой вот педальчик. Там вот дерево, мне очень нравится, он такой большой, простой. Вот он внутри такой большой. Здесь у меня лежит пару синих ручек, черная ручка для выделения. Карандашик вот такой вот у меня есть. Потом замазка, корректор. Далее у меня лежит две резинки вот такие вот. Потом у меня лежит вот такая вот линейка прикольная. Расческа. Ну, она маленькая, чтобы мне было легко так расчесывать на уроке, если вдруг что. И ластик. Вот такой вот ластик хороший. Вот, как вы видите, мой пенал пуст. Вот он пуст. Я обратно это все могу. Что далее? Далее у меня есть вот такая вот папочка, в которую я складываю все свои вещи. Вот даже написано «Камила», что я. Вот, я ее открываю вот. И туда ложу тетрадки. Справа такой вот черновичок. Вот он такой прикольный. Он двухсторонний. Еще вот здесь вот внутри есть. Вот он такой прикольненький. Вот такой вот. И здесь вот такой вот и вот такой вот. Я его сюда ложу. Далее я ложу свой дневник вот такой вот. Дальше сюда я ложу тетрадку по математике. Запасную тетрадку обязательно. И тетрадку по литературе. Она где вот здесь вот лежит. Сейчас я ее покажу. Вот она такая толстая, 48 листов. Вот здесь вот это написано. На казахском. Вот нашла, вот написано, вот здесь, если вы, конечно, увидите. Написано 48 листов. Вот она такая прикольненькая тетрадка. Ложу ее. Далее беру учебник по математике. Учебник по математике. Вот. Это я, правда, ложу не в папку. А в папку. И вот русская словесность, 6 класс. Так я его учусь в 6 классе. Забыла показать вам свой портфель. Вот он вот такой вот, у меня такой портфель большой. Вот здесь есть такое отверстие. И вот здесь еще один кармашек есть. И здесь тоже у меня вот большой портфель такой. Так, я закрываю свою папочку. Вот она вот такая вот получилась, вот она такая толстенькая. Ложу ее в портфель. Далее беру два учебника. У нас по парам, поэтому у нас две пары. Еще у нас есть ИЗО. Сейчас я возьму. Вот я беру свой вот такой вот альбомчик. Как вы видели, я взяла карандаш. Альбом я ложу просто не в папку, а так просто. Вот между папкой и учебниками. Далее, что я еще беру? Дальше. Я беру свой пенал, ложу. Дальше я беру свой дневничок, вот такой вот, в принципе, классный, такой мягкий. Я записываю, что ежедневно происходит, и беру вот такие вот прикольные маркеры, такие маленькие. Так, дальше. Я закрываю основной и перехожу вот в этот маленький кармашек. Вот он такой, здесь отверстий немного.
Я туда не ложу ручки, так как это неудобно. Вот здесь вот у меня есть большой такой кармашек. Вот такой большой кармашек. Я обычно ложу наушники. Вот. И телефон. Я такой не айфон, конечно, но все-таки. И вот мне подружка подарила брелок такой серого. Такой прикольный брелочек. Вот, видите? Такой прикольный. Вообще мне так нравится. Вот еще с другой стороны. Сюда я также ложу телефон. Далее я ложу крабик вот такой вот. Ну, на всякий случай, если вдруг волос там подколоть надо. И помаду куплю вот такую вот. Не знаю, правда, как он называется. Вот он такой. Вот такой песочный цвет. Правда, школа, чтобы почти не было видно. Вот такая вот кисточка. Ложу в тот же кармашек. Далее я беру две вот такие вот шпильки. Если что, если я буду не пульку делать. Так, что я еще беру? Так, вроде как все. А, вот забыла. Так, держи за стул. Я беру либо вот такое вот маленькое зеркальце. Вот такое вот есть зеркальце, мягкое, есть такая подушечка. Вот сейчас покажу. Вот оно такое. Двустороннее. Либо я беру вот такое вот зеркальце, оно у меня переливается с открытыми глазами, с закрытыми. Вот и вот. Такая прикольная. И вот оно вот так вот. Такое вот зеркальце. И здесь такая как бы подставочка, чтобы я его вот так вот ставила. Так вот. Чтобы оно не стояло, вот так вот я смотрела. Так стоял. Скажи мне, зеркальце, я на свете всех милее, всех румяней, белее. Что? Ложу, ну обычно я беру маленькое зеркальце, потому что оно немного удобнее, ложу в тот же кармашек. Далее я беру... Вот этот вот крем женьшень, которым я пользуюсь, когда я иду спать. И вот такой вот спонжик, доктор спонж называется, такой классненький. Но это, как, так как у меня уже весь этот заполнен, когда я беру много, я на самом деле беру косметичку. Я сейчас покажу свою косметичку. Есть классненькая косметичка от Тафт. Вот написано Тафт. Вот такая вот классненькая она. Там внутри пока что ничего нет, потому что я оттуда все время выкладываю и беру что-то новое. Так, я беру несколько доктор спонжа вот таких вот. Сейчас покажу. Я вот беру несколько таких доктор спонжа вот такие вот. И ложу в косметичку. Также я беру крем, женьшень вот такой вот. Дальше я вам покажу губную помаду, зеркальце. И беру вот такую вот маленькую резиночку, если я сделаю косичку. Так, и на это... Так, вот это вот. В кармашке у меня получается лежит крабик, наушники, телефон и... Наверное, лучше две шпилечки. Переложу косметичку. Я беру эти две шпилечки и ложу в косметичку. Я ее закрываю вот так вот закрываю. И ложу не в кармашек, а вот сюда, вот, вот сюда вот. Вот сюда вот ложу. Закрываю этот кармашек, и вот у меня сумка собранная. Всем спасибо, и на сегодня такой конкурс. Сделайте, пожалуйста, мне видео с тем,
что лежит в вашей сумке, сделайте как бы ответ. Я обязательно прокомментирую и поставлю лайки обязательно. И тоже мне ставьте лайки, если хотите, если вам так хочется, ставьте дизлайки. Надеюсь, вам понравится, и вы все время будете ставить мне лайки. Пальцы вверх. Также, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и оставляйте комментарии внизу. Я обязательно их буду читать, и ваши просьбы буду делать по ним видео. Всем пока!